Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Считается, что Туба Бюйкустюн и Энгин Акурик влюблены около 5 лет, и между ними летают искры. Впервые они встретились в сериале «Кара Пара Аск», который транслировался в 2014 году. Туба Бюйкустюн начала проявлять любовь к Энгину Акуреку. В феврале прошлого года Туба Бюйкустюн объявила, что хочет сделать предложение руки и сердца, показав палец в программе, где ее бойфренд был перед камерой. Предложение руки и сердца Энгину пока не делали, но уже начали подавать сигналы, что пара скоро поженится. Об истории любви Туба Бюйкустюн и Энгина Акурека сказано много, особенно в социальных сетях. Дуэт всегда делился своими прекрасными моментами и доказывал, что все, что они делают, взаимно. Особенно не прекращались любовные сообщения и посты в социальных сетях Туба Бюйкустюн и Энгина Акурека. Туба Бюйкустюн и Энгин Акурек всегда доказывали, что их отношения особенные. Дуэт строит свои планы на будущее с одобрения своих близких друзей и семей. В частности, делясь романтическими моментами дуэта, о которых широко говорят в социальных сетях, дуэт также становится показателем их удовлетворенности своими отношениями. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Считается, что Туба Бюйкустюн и Энгин Акурек влюблены около 5 лет, и между ними летают искры. Впервые они встретились в сериале «Кара Пара Аск», который транслировался в 2014 году. Туба Бюйкустюн начала проявлять любовь к Энгину Акуреку. В феврале прошлого года Туба Бюйкустюн объявила, что хочет сделать предложение руки и сердца, показав палец в программе, где ее бойфренд был перед камерой. Предложение руки и сердца Энгину пока не делали, но уже начали подавать сигналы, что пара скоро поженится. Об истории любви Туба Бюйкустюн и Энгина Акурека сказано много, особенно в социальных сетях. Дуэт всегда делился своими прекрасными моментами и доказывал, что все, что они делают, взаимно. Особенно не прекращались любовные сообщения и посты в социальных сетях Туба Бюйкустюн и Энгина Акурека. Туба Бюйкустюн и Энгин Акурек всегда доказывали, что их отношения особенные. Дуэт строит свои планы на будущее с одобрения своих близких друзей и семей. В частности, делясь романтическими моментами дуэта, о которых широко говорят в социальных сетях, дуэт также становится показателем их удовлетворенности своими отношениями. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.